Здравствуйте. К вам приехал Мособлгазсервис для обслуживания вашего газового оборудования. Пожалуйста. Можно пройти? Люди с синими чемоданчиками – всегда желанные гости для добросовестных абонентов, жильцов дома, которые опасаются за свою жизнь и доверяют работе специалистов по газовому оборудованию. Все газоиспользующее оборудование в обязательном порядке должно обслуживаться ежегодно, вне зависимости – это газовая плита, газовый котел, газовый бойлер, газовая колонка и так далее. Надежда Ивановна, у вас какие-то вопросы, проблемы с газовым оборудованием были в течение года? Нет, ничего не было. То есть котел работает исправно? Исправно, все значит, хорошо. Соответственно, ошибок никаких не выдает? Нет. Сигнализатор загазованности у вас, красная лампочка, не загоралась? Никогда не загоралась. Важная обязанность потребителя – допуск сотрудника Мособлгаза в помещении, где расположено газовое оборудование для планового осмотра или же при аварийной ситуации. Если гражданин игнорирует требования о допуске, то в рамках 410-го постановления правительства Российской Федерации специализированная организация обязана отключить жилище абонента от газа. Перед тем, как это сделать, собственнику высылают по почте два уведомления. Первое письмо. Отправляется первое уведомление, если абонент на него не ответил, через определенное количество времени, через 20 дней отправляется второе письмо, если он на него опять не ответил. В рамках 410-го нашими сотрудниками производится выезд на объект, составляется акт недопуска. После составления акта о недопуске данное домовладение подается в Государственную жилищную инспекцию на приостановку подачи газа. За 2022 год в Раменском городском округе уже отключили 124 абонента, которые не заключили договоры на обслуживание газового оборудования. Это грозит не только отсутствием тепла, горячей воды и газа, но и дальнейшей волокитой с документами, а также кругленькой суммой, которую придется заплатить при повторном подключении к газопроводу. Виктория Самойлова, Андрей Пластунов и Егор Кабанов для программы «Городские вести».